Всем приветики! Я хотел бы рассказать вам про тактику хитрого енотика, по которой я всегда играю в играх жанра Battle Royale, таких как PUBG или Fortnite или другие игры жанра Battle Royale. Цель таких игр – просто выжить. Вам нужно просто остаться последним. Выживать так долго, чтобы просто остаться последним – это главная задача данных игр. При этом вас окружает куча противников, но вам не нужно сражаться с ними всеми, как обычно все это делают, начинают всех вокруг, со всеми вокруг сражаться. Нет, это все не нужно, это не наша тактика. Наша тактика хитрого енотика. А хитрый енотик не сражается с толпой противников. Хитрый енотик играет аккуратно. Цель хитрого енотика просто выжить и остаться последним. Он аккуратненько наблюдает за противниками, высматривает, и ждет просто, когда они все перебьют друг друга. А когда останется последний противник, вот тогда он выйдет на поле боя и просто добьет его. А все остальное время он просто где-то аккуратненько передвигается так, чтобы не особо с кем-то встречаться и чтобы никто даже не знал о его присутствии. И таким вот образом хитрый инотик выживает. У меня было много ситуаций, когда я выживал при этом даже ни разу не столкнувшись с противником. К примеру, была ситуация, когда нас осталось трое, я и два противника. И эти два противника сражались между собой, а я просто аккуратненько за ними наблюдал. Прямо как вот этот енотик сейчас наблюдает за вами. <laughs> так я наблюдал за ними. Они сражались, один из противников убил второго, но второй противник успел кинуть гранату, встрелявшего в него противника. Кремнто разорвалась, и тот противник тоже умер. И в итоге они друг друга убили, и я остался один последний выживший. И просто победил, даже ничего не делая. Была и другая ситуация, что я сидел за заборчиком и тоже так вот наблюдал. А противники были в домиках. И при этом зона была у меня, а противники должны были идти в мою сторону. А зона была одна из последних, она уже много здоровья отнимала. И противники сидели до последнего. Когда зона пошла, они уже начали шевелиться, встретились, убили друг друга и остался один противник. Но он не успел выбраться из домика, и зона просто его накрыла его зоной, радиацией накрыла. И в итоге он, бы, он умер очень быстро, потому что это была одна из последних зон. Там, он, наверное, по здоровья отнимается сразу. И он просто быстро умер. И я также, сидя за заборчиком, ничего не делая, просто выжил. Была другая ситуация. Я сел, сидел на горе и смотрел, как противники снизу перестреливались. Их было там штуки 3-4. И в итоге там кто-то кого-то убил, кто-то остался, а у меня было три гранаты, я их все туда кинул в их сторону, в итоге все гранаты взорвались, и никто не вышел. Остался я один, последний, выживший. Именно поэтому я всегда играю по тактике хитрого енотика. Вам не нужно сражаться с толпами врагов, вам не нужно все это. Вы просто аккуратненько ходите где то там в лесах там аккуратненько высматриваете просто собираете комплект боеприпасов все что нужно обтечь и просто выжидаете а в нужный момент когда это все понадобится вы все примените уже в самом конце когда останется все лишь пару противников и легко займете последнее место а возможно вам даже ничего не придется делать вы просто будете наблюдать и займете первую позицию, останетесь последним выжившим. Вот такая вот тактика хитрого енотика. Именно по этой тактике я всегда играю, потому что я хитрый енотик. Вот такая вот тактика. Ну а на этом все. Всем покедова.